Странно, что превышение трафика. Да что ты делал? 3 гигабайта выкачено за 5 дней. Конечно, камера это так не снимет. Ну вообще, блин, смотри, одни палки торчат. Заметь, у них палки стоят. Почему-то деревня какая-то. Мы еще в город-то не въехали вроде. Что до города, блин, минут 40. Сейчас через всякие арки, мосты, блин, проезжать. Разводки, блин, помечают, и света много. А видишь, светомузыка по дороге. Могут себе позволить. Ну, светодиоды подгорели. Конечно. О, у них, прикинь, иероглифы, как у нас, это, знаешь, ребро, тоже кривые. Ну, это специально выкупил. Ну, смотри, какой туннель офигенный. Там, короче, мы ехали, туннель в туннеле, гора, короче, со всех сторон, блин, в туннеле. Еще рядом гора, гора в горе, короче. Там. Вообще. Фига как днем. А лампочек-то нету. А мы ехали вот вечером. Светодиоды? Да. Нет, мы ехали вечером, тут не так ярко было. Приглушенный был свет, прикинь, а ночью тут ярко. Ты не заморачивайся, надо пробить скалу, они пробивают. Да, они не делают в объезд. А зачем? Мне кажется, наоборот, правильно. Во-первых, ровную поверхность там используется под слайдинг, здание, да? А этот используется гору как это дорогу. То есть как бы два в одном. Блин, дома такие широченные вообще. Я уже приехали.